одной семье с утра начинается нервный скандал. Моя жена Виолетта начинает: «Я отдала тебе лучшие годы своей жизни, лучшие годы тебе. Это надо понимать, что у меня ждут худшие». У нее в последнее время какая-то грубая манера образовалась. «Принеси кофе!» Вот ты хоть попроси по-хорошему. «Принеси кофе по-хорошему!» У нее из всего лица губа не дура, только губа. Я попросил внука назвать 3 экзотических животных, он мне назвал. Ядреный еж, ёшкин кот, бляха-муха. Ну что это такое? Я его месяц убеждал, что писец это такой зверек, а не когда очень плохо. А полный писец это когда зверька перекормили. Жена пристала: «Почему в машине какой-то не такой аромат? Так что ж ты хочешь, 120 лошадей?» Недавно повезла меня в ресторан, говорит: «Соблюдай этикет, этикет соблюдай». Я весь вечер соблюдал этикет, ушел голодный. Я смотрел на девушек, жена сказала: «Будешь тут кабелировать, дома приставлю к уху пылесос и высосу все мозги».